Воу, все! Есть, мы наконец-таки забежали. А тут еще эта гусеница за нами идет. Опа! Подобрал? Да, наконец-то! И всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дмитрозе. Мы сегодня будем продолжать играть в игру под названием Poppy Playtime Chapter 2. Мы будем погружаться все глубже и глубже в историю этой фабрики, в историю ее создания, узнавать какие-то различные секреты, ну и, конечно же, будем сражаться с мамочкой длинные ноги, маме Long Legs. Давайте будем стартовать. Перед началом видео вы, как всегда, можете подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий, ссылочка на плейлист игры, где мы проходили первую главу, где мы находили в ней баги различные, и проходили еще вторую главу, где мы только начали ее проходить, предыдущие серии с мини-играми, это все есть у нас в плейлисте. Поэтому залетайте, смотрите и жмякайте свои, конечно же, королевские лайки. Также ссылочка на Discord, на игру и на донатик, у кого есть желание, возможность поддержать меня денежку, буду всегда благодарен. Это все вы тоже сможете найти по ссылочке в описании. Значит, давайте будем начинать. По ходу видео будет кодовое слово, за написание которого в комментариях вы от меня получите сердечко. Ну и также, чем больше лайков вы ставите, тем быстрее будет выходить серии по этой игре. Поэтому ставьте лайкусики. И чем больше лайков, тем быстрее мы как раз-таки пройдем уже. Опа! А у нас здесь уровень с этой гусеницей. Ё-моё, где она? Где она, эта гусеница? Я ее не вижу. Кто-то видит, надо было себе зашторить тут хоть чуть-чуть. Так, погоди-ка. Погоди-ка, я себе зашторю окна, и мы тогда уже и продолжим. Так, вроде бы я зашторил, и мне уже видно лучше. Вот эта гусеница, мопс. Спасибо вам за ваши подсказки. Вы мне там подсказали, куда идти дальше. Куда мне дальше идти? Вот туда, где у нас там можно рукой схватиться. Вы мне писали, что там надо будет потом рукой схвачиваться. Опа, куда-то я не туда, походу, зашел. Можно оборачиваться также, смотреть, где эта гусеница ходит. Оборачиваться можно. Ту-ру-ру-ру. Так, тихонечко. Тихонечко, гусеница уже на подкрадулях гусеница у нас идет на подкрадулях. Тихонько, мы себе не спешим, не оборачиваемся никуда, аккуратненько себе идем, подпрыгни. Это капец какой-то, тут эти кубики, тут надо их перепрыгивать. Тут надо, конечно же, перепрыгивать некоторые, вот так вот, бац. Аккуратно, не спеша. Не спеша проходим это все. Ту-ру. Так, тихо. Тихонечко идем себе. Идем. Так, все, мы почти что у финиша, да? Нам остается только там подхватиться на эту штуку. А, нет! Тут еще чуть-чуть нам надо пройти эти кубики. Я совсем забыл про них. Так, тихонько. Еще несколько кубиков, и можно будет потом уже схвачиваться ручонкой своей. Ту-ру. Так, тихо. Тихонечко, она там уже подкрадывается, эта гусеница дурацкая. Я еще жду, когда врубится свет, думаю, да? Тихо. Смогу ли я сейчас схватиться? Ой, я схватился или нет? А-а-а! Все, меня поймали, походу. Натупил я, конечно, натупил. Так, еще разочек. Куда мне надо найти? Ничего не видно опять мне. Вот тут вход есть. Уже есть вход. Гусеница уже потихоньку спускается. Уже к нам идет в гости, значит, получается, да? А мы себе тоже потихонечку идем там к своему выходу. Так, не спешим. Так, аккуратненько идем. Най-най-най-най-най. Надо перепрыгивать эти кубики некоторые. Некоторые надо прям очень хорошо перепрыгивать, очень знатно. Парарарам. Так. Так. Турум. Парам-парам. Турурум. Парам-парам. Музыка это еще нагнетающая, да? Хотя она такая ретро-ретро музыка. Я бы не сказал, что она прям
какая-то нагнетающая. Вот там мами Лонг Легс за нами следит. В эти окошко свои. Ой-ой-ой. Так, аккуратно. Мы не спешим, мы себе... У нас все по графику, у нас все рассчитано очень хорошо. Так. Еще нам чуть совсем остается. Еще совсем чуть-чуточку пройти нам остается. Вот здесь я подожду, пожалуй. Тут я, пожалуй, подожду. Так. Оу, все! Есть, мы наконец-таки забежали. А тут еще эта гусеница за нами идет. Куда мне идти? Тут закрыта же дверь. Куда? Сюда? В провалы эти? Сейчас она же к нам придет, ребятки. Куда мне идти? Что мне надо делать? Я не знаю. Вы мне не подсказывали в комментах. Тут закрыто. Что же мне тогда надо делать? Куда мне надо дальше идти? Она только возле этих кубиков. Ну да ладно, и что? Куда мне дальше надо идти? Я не понимаю, например. Что-то здесь надо крутить, мутить. Но вот что именно, я, конечно, хз. Я, конечно, хз. Или она там вообще застряла? Она, походу, там меня багнула. Ну, хорошо тогда. Хорошо, тогда я пока что могу тут еще посмотреть, что мне надо здесь сделать. Она там точно застряла? Да, она у меня тупо багнула. Ну, хорошо. А вот дырка, наконец-то. Боже мой. А то я, конечно... Вот это я, конечно, даю. Офигеть. Это что такое? Это что за выкрутасики твои? Тарзан на экстремалках, да? Короче, сейчас, по-моему, маме Лонг Легс будет тут начинаться. Или что это такое? Или что это сейчас будет начинаться? Она от нас же не отстанет, походу, да? Походу, да. Ну что? Я здесь. Привет, ты где? Ты где? Стойте, я здесь был или нет? Такое чувство, как будто я здесь уже раньше был. За что я могу здесь схватиться? Вот опять же есть, вижу, вот это вот тарзаночка. Тарзаночка. Ух ты, упал. Упал, ну с кем не бывает. Жикс. Все, теперь я здесь. Ну тут очень темно, конечно, такие переходы очень такие стрёмные. Дырка, вот я из нее вышел. И можно дальше пойти сюда, да, я так понял. Ну окей, двигаемся дальше. Двигаемся. А что тут темнота такая прям? Как будто непроходная темнота. Ага, вижу, здесь есть туннельчик. Туннельчик есть. Можно сюда пройти, бац. Так, куда нам дальше надо? Опять же надо куда-то, вот вижу, наверх. Ну ничего себе, конечно, здесь. Ничего себе, конечно, там очень далеко. Уи, есть такое дельце, мы сюда куда-то прям проникли. Тут все закрыто. Все как будто перегорожено. Открыто здесь или закрыто? Походу закрыто. Поднимаемся тогда наверх, получается, да? Какие-то будут здесь головоломки, опять же, нет? Ух ты, что это такое? Это мостики. Нам надо как-то их 90 градусов сюда. Так. Что-то мы двигаем. Это что такое? Какая-то записка. Давайте прочитаем. И что это такое? Как мне это прочитать? Тут же вообще непонятно ничего. Тут все очень размыто. Как мне понимать это все? Эй, может там что-то на обертке есть? Ну-ка. Я не могу даже повернуть полностью. Ладненько. 90 градусов туда, 90 градусов сюда. Нам надо сделать какой-то себе путь. Да, путь-дорожка. Путь-дорожку надо бы сделать. Так, это что такое? Это только один мост двигается, да? Еще давай. Не-не-не, это что-то непонятное. Вот я двигаю полностью, бац. Совпало или не совпало? Давайте будем смотреть. Совпало у меня, ну только как-то странно очень. Нам надо куда? Нам надо туда. Тут все как-то перегорожено, что ли. Мостики, головоломочка. Можно я перепрыгну? Или нельзя? Как мне пробраться теперь туда наверх? Вот так вот можно пробраться. Окей. Сейчас мы будем что-то мутить, что-то будем крутить. Ага, это я только один могу крутить. Ага.
Это только один мне путь крутится. Ну, допустим, и куда это меня приведет, интересно. Какая-то секретка будет или что? Что здесь? Или я прошел, считается. Ну, если я прошел, так это вообще... Котопчелка! Мяу-мяу-мяу-мяу. Котопчелочка моя. Надо, наверное, одновременно. Один рычаг, одновременно второй рычаг. И бац! Ух ты! И что? Мне надо как-то игрушку эту поймать, или что? Опа! Пошла туда у нас игрушка. И куда она дальше пойдет? Так, тут тоже какая-то кнопка вижу. Бац! Ух ты, к нам пошла, по-моему, да? Или куда? Тут вообще наверх, туда еще одна кнопка. Дыщ! Дыщ! Не могу нажать. Не могу нажать. А что мне? Желтая какая-то вижу кнопка. А вот вижу, один какой-то тут завалялся. Может, я могу его схватить? Какие-то головоломки с этими зайцами. Бац! Они полетели в эту сторону. Куда мне надо их вообще выпхать? Я не понимаю. Куда мне надо их переключить? Вот они. Может, надо реально, чтобы кто-то долетел из них? О, давайте, долетайте. Ну уже, налетайте, налетайте. Они не налетают. Мне надо как-то... Я не понимаю, что мне надо сделать, чтобы они прилетели прямо ко мне в руки. Мне, например, непонятно. Ну уже, почти долетел. Давай. Кролик, кролик, не вижу. Можно переключить. Красная кнопочка. Куда он сейчас поедет? Поедет куда-то туда наверх. Поехал, значит, наверх. Едет, 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 едет. И куда же он сейчас будет падать-то, а? Ну, что-то недолет там какой-то, как будто. Получается, какой-то там недолет. Не знаю, ну-ка. Схватиться я туда не могу почему-то. И что? Допустим, я нажму желтую кнопку, они туда едут. Они теперь здесь падают. Не надо, чтобы они не падали, получается. Жмакаю, они едут туда. Вот еще какая-то красная кнопка, но я не достаю к ней. Не достаю я к ней. Вот она там как будто перегорожена. Как мне к ней попасть туда, к этой кнопке? К этой кнопке надо как-то нам попасть. Допустим, эту красную. Бац, они едут туда. Они едут туда, туда. Мне надо, чтобы они сюда летели, что ли? Или чё? Они не долетают. Может, синюю теперь? Вообще хз. Как мне... Вот сюда мне надо их провести. Ага. Окей, я вас понял. Тогда поворачиваю. Едут, 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 едут. Едут, едут, едут. И поворачивают туда, куда нам надобно. Или нет? Там они везде недолет как будто получают. Как мне сделать так, чтобы они долетели? Вот эти зачем рычаги? Ага, это я опускаю, и это я поднимаюсь. Боже мой, наконец-то до меня уже доперло. Доперло до меня наконец-таки. Я могу еще выше подняться, допустим. Поднимаемся наверх. Тут еще какие-то кнопки вижу. Бац. Что-то я поменял или я абсолютно ничего не поменял? Еще какая-то кнопка. Бац. Кнопка. Я могу, может, выпрыгнуть отсюда вообще? Нет, не могу. Может, надо... Я не понимаю, что здесь надо мне сделать. Мне надо туда их провести, что ли, или как? Они там все равно не долетают. Опа, статуэтка вижу. Что мы подобрали за статуэтку? Давайте посмотрим. Какая-то Барри, это тележка. Ага. Может, надо вообще наверх тупо мне подняться, да и все. Жукс. Вот так, до конца. И что? Выпрыгнуть я не могу. Не надо куда-то этих зайцев дурацких впихнуть. Так, если... Угу. Ну, головоломка, конечно, очень интересная. Очень интересно. Я даже опуститься теперь не могу. Так, и как? Не зеленой рукой, что ли, получается? Да. А это у нас куда поворачивает? Сюда. Сюда оно поворачивает. Там желтое. Давайте сейчас мы проследим, куда нам надо этих кроликов, значит, отнести с самого начала. Вот мы здесь начинаем, значит, игру. Они едут сюда. Это правильный путь или же нет? Вот они, в принципе, сюда, да? Нам теперь надо подняться немного. Жикс. И тут уже переключить кнопку какую-то, да? Есть вообще кнопка или нет кнопки? Они почему-то у меня едут вообще в абсолютно другую сторону.
Мне надо сейчас кнопочку, значит, другую немного активировать. Вот здесь, чтобы... Вот, вижу. Вижу, вижу кнопочку, вижу синюю. Вижу, вижу кнопочку, вижу синюю. Так, синяя кнопка, бац. Жмакаем. Еще надо немного подняться, там мне стекло мешает. Жикс, ну уже синий. Бац, есть такое дельце. Жмакаем эту кнопку. Они поменяли свое местоположение, едут, значит, сюда. Куда они дальше едут у меня? Едут, едут, падают. Значит, нам надо еще немного поменять. Значит, путь, дорожку надо поменять. Вот эта кнопка меняет? Или что? Сейчас мы проверим. Нет, они вообще не туда едут. А ну-ка сюда. А ну-ка все сюда. Так, еще поднимаемся чуть-чуточку. Смотрим, вот эта вот нам кнопка нужна. Бац, жмякаем ее. Они едут сюда. И теперь нам надобно еще вот это вот нажать. Жмакаем, 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 бац. Нет, не туда что-то. Теперь я могу подобрать этого кролика или что? Поднимаемся на самый верх. Кролик. Кролик куда-то не туда. Походу, да, теперь я могу его подобрать немного. Мне надо, главное, опуститься. Во. Теперь я смогу его подобрать, походу, да? Или что? Или нет? Или я не смогу его подобрать? Я что-то не понимаю ничего. Я что-то ничего не понимаю. Как это все должно быть? Опа! Подобрал? Да, наконец-то, боже мой. У меня их целых две было. Откуда еще одна? Откуда еще одна? Я что, где-то уже ее подбирал одну? Так, едем, значит, вниз. Нам надо где-то этот код активировать. Едем вниз, едем вниз. Почему-то я не могу поехать нормально вниз. У меня почему-то... Оно останавливает меня. Жикс. Еще ниже. Давай ниже, 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 ниже. Ниже давай меня вези. Так. Еще чуть-чуть. Все, это максимум. И теперь мне надо этого кролика куда-то вставить, получается. Вот туда, походу, да? Или что? Походу, реально туда. Я смогу сюда долететь? Мне кажется, нет. Мне кажется, долететь я сюда не смогу. Сейчас мне придется поменять путь-дорожку. Путь-дорожку, получается, надо мне поменять. Так, путь-дорожку мы сейчас себе меняем. Так, это не то. Это чуть не то, что мне надо. Во. Нет, это тоже не то. Вот этот мне надо теперь покрутить. Мостик очень-очень сильно нужен мне. Этот мостик нужен мне. Все получится. Откуда у меня еще один был кролик? Надо было сразу же в инвентарь смотреть. Тогда было бы все понятно. Так, все. У меня один есть в инвентаре? У меня их целых два? Нет, у меня целых два забрали. Во. Отсканировали. Это как с котопчелкой у нас было. И мы пробрали, значит, сюда. И что у нас здесь? Здесь у нас вентиляция. Я по этой вентиляции иду, по этой вентиляционной шахте. Иду, иду, и я куда-то пришел. Тут опять же надо проторзанить. Опа, какая-то загадка новая. Давайте попытаемся пройти, или как? Зеленые руки сюда нельзя, мне говорит игра. А какие же мне можно? Какие мне можно? Синие только? Ну-ка попробуем синие. Синие, синие ручоночки. И что? Что-то у меня открылось. Что именно? От этого закрылся путь? Нет. А что тогда у меня получилось? Что у меня тогда повертелось, покрутилось? Мне пока что непонятненько. Вот у меня здесь закрыто вот это. Ага, смотри. Открывается или нет? Точно открылось. Только один. Только одна решетка мне открылась. Как мне вторую активировать? Откройся. Откройся. Как мне вторую активировать? Как вы думаете? Может быть, где-то здесь еще надо электрику подживиться? Подживиться электрикой. Вот я не знаю. Эти головоломки, конечно, это просто жесть полнейшая. Я могу проторзанить обратно. Уи, а зачем это мне? А вот здесь. Ну-ка. Давай, жмакай, жмакай, зеленая рука. Не могу даже жмакнуть почему-то. Мне что-то мешает. Что здесь? Что здесь такое, что мне мешает? Зеленая рука, я могу ручонкой уже жмакнуть. Хм, но почему-то не могу. Так, допустим, эту я отсоединяю, беру.
Так, непонятно. Короче, с этой головоломкой, мы, думаю, тоже мы уже будем двигаться, что-то решать в следующей серии. Пока что такие вот дела. Это все, что я успел пройти за 20 минут. Надеюсь на вашу поддержку, на ваши лайки. Будем продолжать проходить уже в следующей серии. С вами был я, Дмитрий Роза. Мы сегодня играли в игру под названием Poppy Playtime Chapter 2. Конечно, головоломки здесь пошли очень сложные. Но мы будем, конечно же, стараться, чтобы все их решить и приблизиться максимально к финалу. Увидимся в следующем видеоролике, в следующей серии. Ссылочка на плейлист игры, на игру, на дискорд-сервер и на донатик, у кого есть желание, возможность поддержать мне денежки, буду всегда благодарен. Ну а на этом все, ставьте лайки, чем больше лайков, тем быстрее у нас выйдет продолжение прохождения Poppy Playtime Chapter 2. Пишите свои подсказки, увидимся в следующем видеоролике, всем удачи, всем пока-пока!